Еженедельно по средам в Каспийске проходят рейдовые мероприятия по выявлению и отключению безучетных и бездоговорных пользователей услуги холодного водоснабжения, а также по выявлению незарегистрированных собственников недвижимости под руководством начальника финансового управления администрации Каспийска Камиля Мамаева. Представители ведомств посетили частные коммерческие объекты. На сегодняшний день у нас проводятся очередные рейдовые мероприятия. Совместно у нас финансовый отдел города администрации города Каспийска. У нас непосредственно есть представители МВД города Каспийска, отдел безопасности с управления единой операторной службы. Проводятся по рейды у нас по отключению, несанкционированного подключения водоснабжения, водоотведения. Отметим, что собственник частного либо коммерческого объекта бывает предупрежден заранее несколько раз. По словам инспектора филиала «Единый оператор» города Каспийска, им высылаются уведомления о погашении задолженности. У каждого инспектора на своем участке есть уведомление, он приходит, вручает в руки абоненту. Не раз, например, вот этот абонент не раз был уведомлен, раза 3-4. Проводятся рейдовые мероприятия по следующим улицам: Ленина, Гагарина, Махачкалинская, Дзержинского, Кульничева, а также СНТ и другие. Отметим, что в связи с регулярными рейдами количество должников снижается. Мы проводим регулярно рейдовые мероприятия из-за того, что уже дебиторская задолженность абонентов у нас снижается. Непосредственно направляем уведомления абонентам нашим, чтобы они вовремя погасили задолженность по водоснабжению, водоотведению. Представители филиала «Единый оператор» города Каспийска и начальник финансового управления администрации города Каспийска Камиль Мамаев убедительно просят жителей зарегистрировать свои домовладения и встать на учет во избежание отключения водоснабжения и водоотведения. В противном случае на нарушителей будут составляться акты для выплаты административного штрафа.